В округе открылся еще один музей. Организовали его на базе гимназии номер 16. Музейное пространство посвятили истории российского флага и других государственных символов. На церемонии открытия побывал наш корреспондент. Над музеем в гимназии работали около года. Наиболее напряженными выдались последние дни. Экспозицию планировали открыть накануне Дня народного единства. И это удалось. Мы смотрим на три периода. История Древней Руси, история период от Ивана III до конца Российской империи у нас, соответственно, часть экспозиции, и Советский Союз. В экспозиции княжеские стяги, флаги, в их числе штандарт президента и Знамя Победы, гербы, книги по истории государственных символов и воинские награды разных периодов. Очень здорово. Это, конечно, надо знать, и это как раз тот самый момент, музейные экспонаты, который вам помогает знать историю, прежде всего, своей страны. У нас она очень богатая, у нас она очень интересная. Экспозицию, по словам сотрудников гимназии, собирали всем миром. Экспонаты передавали педагоги, приносили ученики и родители. Ребята, я вас призываю, конечно, хорошо учиться, и в том числе знать и любить историю. Это на самом деле не просто, но, как правило, к этому немножко попозже люди приходят. Но я вот желаю вам все-таки сделать первый шаг именно сегодня. Особая гордость – флаги. Представлены практически все, начиная от флага, который был поднят на первом российском парусном судне «Орел» в 17 веке. Планируется, что в дальнейшем коллекция музея будет расти. Сегодняшний музей на базе городского округа Люберцы именно в гимназии номер 16 – это правильно единственный музей во всей Российской Федерации. Музей открылся, и первые посетители, конечно, ученики старших классов гимназии. Для ребят провели экскурсию. В дальнейшем музей будет доступен и для учеников других школ Люберец. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.